верю я в душе. Что значит верю в душе? Да, это значит, что ты, просыпаясь, говоришь спасибо, засыпая, говоришь спасибо, Отец. И в течение дня ты ведешь с ним беседу. Или ты в душе веришь, написал на холодильнике и ушел. С концами причем. Вот тоже вопрос, верю в душе, он должен быть где-то. Пока ты не примешь Иисуса Христа как собственного спасителя, который умер за тебя, свет святой пришел без единого греха, прожил здесь, как мы, с тобой, вот так вот. Я про то, что Библию-то, я уже понял, что там 2%, может, берет кто-то, из, дай Бог, да, читает, сидит. Там, 30%, может, она это, лежит дома и хотя бы трогают иногда. А остальные просто это, как говорю, да, верю, написали на холодильнике и ушли с концами. Все, верю, в душе называется. То есть вот это верю, а будет у вас потом вон там. Сразу говорю. Да, вот такое верю, там не надо такое верю. Вот я про это пытаюсь достучаться, да. Если верю, то проснулся, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Во имя Иисуса Христа, аминь. Вот это называется верю. С утра до вечера, грубо говоря, вот что я и делаю, кстати. Помимо того, что я пишу и монтирую. Придя сюда, да, к этим кувшинам, он увидел всю ситуацию, он помолился, сказал, все, Отец, я сделаю это, так или иначе. Вы понимаете? В этом и смысл вообще всего. То есть он знал, он увидел себя, он увидел свой финал на этой земле, да, но он шел до конца. Он дошел просто, поэтому и эту ракету никто не остановит. И возвращаемся на человеческий уровень наш. А на земле он сделал просто чудо. Воду превратил в вино. Чпойно. То есть для него это понятное дело, да? Но тут же и третья линия, да? Что пока вы не приняли крещение, вы пока вы не приняли Иисуса как личного спасителя, пока вы не поняли, что он ему за тебя, за то, что ты живешь, ему вбивали вот эти вот гвозди. Пока ты этого не поймешь, хорошим вином ты не станешь, так и будешь водой. В этом смысл притчи. Что касается Корана, вы должны понять, что Всевышний дал знамения. Так как я Библию не знает никто на этой земле и не толковал эти притчи, так как толкую я, 2000 лет, никто этого не делал. Да, то есть до моего появления думали, что Яджуж и Маджуж придут пить воду. Да, но я вам поясняю, что не воду они пить придут, а убивать неверующих и тех, кто не уверовал. Пока вы не поняли, что он ему за тебя, за то, что ты живешь, ему вбивали вот эти вот гвозди. Пока ты этого не поймешь, хорошим вином ты не станешь, так и будешь водой. В этом смысл притчи. Понимаете? И вот когда говоришь не постоянно, в какой-то момент он начинает вам отвечать. И начинает отвечать так, что у вас начинают литься слезы градом. И вы понимаете, да? Что это такой большой тест, который мы проходим как люди здесь, да? Какой тест? Пристрастились мы к алкоголю? Или нет? А если пристрастились, то очистились от него, чтобы пойти дальше? Или нет? Вот в чем заключается, я уже говорил, да, Земля – это планета, такая мясорубка-переработка, как я ее назвал, да? Об этом мы тоже будем говорить с вами позже. Говоря, в данный момент мы здесь проходим такую стадию очистки от греха от любого. Вот с Адама и Евы начиная. Понимаете? И вот это время очистки от грехов, оно уже подошло к концу. Мы говорим, вот наше поколение все это увидит. Поэтому, как голос упиющий в пустыне, взять зашкварник, я в принципе вас не имею права. Ну и кому-то там навязываться я тоже не могу. Мы на планете свободного выбора. То есть он мне показал, как это будет выглядеть, чтобы передать это вам, не запугать, а подготовить вас к этому. 99%, которые верят в душе, да, я уже выяснил. Это называется не верю, это вы идете сразу к Иуде.
То есть вы, получается, не там, не тут. А это значит, вы с Иудой. И это не я вам говорю, это говорит Слово Божие. Не будет таких, кто между, через год. Будет либо с нами, либо против. И те, кто верю в душе и не знают, как выглядит Библия, это называется не верю. Сразу вам говорю, я предупреждаю вас, друзья мои. Я переживаю за вас, потому что у вас дети, семьи. И вы, хлопая меня по плечу, говорите, что главное верить в душе, не зная ничего. И вообще, вряд ли имея Библию у себя дома. Вот в этом проблема большая. Да, вы столкнетесь через год все с этой историей под названием «Время великой скорби». Я очень надеюсь, что за вас будет кому помолиться. Потому что в то время Господь не будет слышать никого, кроме истинно верующих, кто с Ним были всегда. И верили не в душе, а верили в прямом смысле. И в душе, и в теле, и в мозгу, и в сердце. И с утра до ночи читали «Отче наш». И теперь мы открываем глава 6. И вот как раз-таки она уже начинает говорить о времени великой скорби, о втором пришествии, да? То есть вначале речь идет о вот этих конях, да, которые война, эпидемия, голод. И здесь, ну, весы, да, с чашей весов. Здесь я хочу заострить ваше внимание на стих 6. Говорит о том, что хиникс пшеницы за динарий и 3 хиникса ячменя за динарий. Но что он говорит дальше? Он говорит, елея же и вина не повреждай. Речь идет о времени великой скорби. Ну, то есть очевидно, что Господь не переживает за алкоголь здесь. Да? А это как раз открывает вам, подчеркивает подлинность всего того, о чем я говорю в уроке «Брак в Кане». Те люди, которые сейчас до 23-го года стали вином, пришли к Господу всей душой и сердцем, покаялись. Ну, а я говорю об этом в уроке покаяния уже, и весь мой канал на этом сфокусирован, да, что вы должны сейчас заключить завет с Господом Богом до 23-го года, да, и прийти к Нему. Это те сейчас, кто Библию не знает. Здесь елей, вино, обозначаются те люди, которые уже давно с Господом Богом. Он говорит, ты их не трогаешь. Этому коню он говорит. А вот как раз-таки пшеница и ячмень, это те, кто вот сейчас только еще прибежали к Господу Богу. Те, которые вот запрыгивают сейчас в этот корабль, который уже тронулся. А все остальные так и остались, ну, водой. И теми зернами, которые погибли в терниях, не на доброй почве. Вот про них речь. Ну и как бы и всех остальных злачных, которые не проросли и не ужились. Ну, то есть речь как раз-таки о тех, которые вот эти, верю в душе, написали на холодильнике и решили похудеть. То есть холодильник выкинули. Вот, верю в душе.